Подойдите. Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над увитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дом детей неполный, там озарей прихлынут волны, на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясно. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. Там в темнице там царевна тужит, а бурые волки верно служат. Там ступа с бабою Игой идет, бредет сама с собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Там я был, и мед я пил, под дубом, под... У моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Под дубом видел... Может, еще? Александр Сергеевич Пушкин. «Зимнее утро». Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, откройся в плутоненькой взоры, навстречу северной авроры, звездой севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные темнело, и ты печальная сидела, а нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать, лежанки, и все же, не велеть ли в санки кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, и дадимся бегу, хотя пыливого коня, и навестим поля пустые, леса, и дам столько пустые, и берег милый для меня. Я хочу вам рассказать отрывок из Евгения Онегина «Начало зимы». Тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зима ждала, ждала природа, а снег выпал только в январе, на третью ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, кучины, кровли и забор. На стеклах легкие узоры, деревья в синем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Александр Сергеевич Пушкин. Чаадаева. С морского берега Тавриды. Почему холодные сомнения? Я верю. Здесь был грозный храм, где крови жаждущим богам дымились жертвоприношения. Здесь успокоена была вражда свирепой Эвмениды. Здесь провозвестница Тавриды на брата руку занесла. На сих развалинах свершилось святое дружбы торжество, и душ великих божество своим созданием возгордилось. Чаадаев, помнишь ли былое? Давно с восторгом молодым я мыслил имя роковое предать развалинам иным. Но в сердце, бурями смиренным, теперь и лень, и тишина. И в умиленье вдохновенном, на камне, дружбой освященным, пишу я наши имена. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило.
Все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на небе